Всем привет! Меня зовут Анна Романенко, я главный редактор сайта 0629.com.ua. Каждый понедельник я рассказываю, что случилось важного и интересного на минувшей неделе. Говорю свое мнение, только то, что думаю на самом деле. И начать хочу с вопиющего случая, на мой взгляд. На минувшей неделе, в пятницу, во время митинга, посвященного памяти жертвам Голодомора, на мою коллегу Марину Малушину напала женщина. Женщина пожилая. Инцидент произошел вот непосредственно после митинга. Женщина подошла и попросила, захотела рассказать Марине свою историю, историю своей семьи. Она мариупольчанка, и ее семья пострадала от голода. Они жили в период голода 47 года в поселке Гранитное. В ее семье было 5 детей, 3 братьев умерли и смогли выжить, пережить этот страшный голод только она и ее сестра. Вот, казалось бы, да, такая трагическая история, коммунисты уничтожили часть семьи этой женщины, в то же время она хранит такую глубокую любовь к этой системе, к той стране, и агрессирует от того, что журналист обращалась с ней на украинском языке. Женщина попросила ее перейти на русский, Марина ответила, что ей предпочтительно говорить на украинском, потому что это ее родная мова. В ответ женщина разразилась бранью, проклятиями и не могла остановиться. Она обвиняла ее во всех смертных грехах, в расколе Украины, называла ее бандеровкой. Испуганная девушка, 20-летняя, она просто растерялась от этой ситуации. Она стала уходить в сторону этой женщины просто подальше. Но та не оставляла ее, преследовала и сыпала вслед проклятие. И для меня это настолько, настолько жуткая история. Женщине уже 80 лет. Скоро ей предстоит встреча и разговор с Богом. А она посылает проклятие молоденькой девочке. Только за то, что она говорит на украинском языке. Вот, ну, я не знаю, у меня нет слов. Вот эта женщина, которая наверняка, которая в детстве пережила войну, и наверняка каждое 9 мая говорит спасибо деду за победу над нацизмом, сама ведет себя как нацист, потому что неприязнь, вот эта вот такая ненависть к человеку другой национальности, это и есть то, с чем воевали деды, за кого она выступает, и так рьяно болеет. И вот сейчас она позволяет себе такую ненависть и такую агрессию. И мне хотелось бы поддержать и Марину, и тех людей, которые перешли на украинскую мову, и постараться, я обещаю перейти на украинскую мову в ближайшем времени, несмотря на свои речевые ошибки, потому что, мне кажется, это важно. Я вважаю, що Україна має стати такою державою, вона існує для того, щоб стати, надати захисток усім україномовним, усім українцям, якою б мовою вони не розмовляли. Бо іншої країни у українців немає, окрім цієї. І це просто сором. Сором, коли в своїй рідній державі українець немає можливості розмовляти українською мовою без того, щоб не наштовхнутися на якусь дику агресію. На минувшій неділі Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, яку назвав прес-марафоном. Не буду пересказувати деталі підготовки та прес-конференції. Вона супроводжувалася скандалом серед журналістської спільноти і зв'язана з тим, що не всі журналісти були допущені до неї і навіть можливості кандидатуватися, а тільки обрані журналісти. Сконцентрируюсь на головному. Да? Общі впечатлення, які у мене залишились після просмотру цього 5-часового марафону. Ну, стыд. Стыдно было слушать президента, стыдно и малопонятно местами. В некоторых цитатах его вообще трудно было разобраться, что он имел в виду, о чем он вообще говорил. Странно, непонятно, почему, каким образом человек, который сделал карьеру и бизнес свой развил до такого высокого уровня именно в разговорном жанре, оказался совершенно неспособным внятно излагать свои мысли. Одну цитатку приведу, что сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста про высокие податки, высокие налоги, которые вот, возрастают, которые приняты в этом году. Система экономических відносин повинна быть выгодна людям, кому важко. А кому не дуже важко, вони повинні розуміти, що, ну, сплачуємо податки. Якщо ми тим будемо зменшувати податки бідним, то буде дірка в бюджеті, тому. Якщо ми комусь зменшуємо, то комусь буде підвищення, тому все, всі з цим дуже обережні. Ви що це зрозуміли?
Я ничего не поняла из сказанного. И вот, к сожалению, эта цитата, она только маленький кусочек. Были там и другие подобные глупости, которые было совершенно стыдно слушать людям, которые профессионально разбираются в тех или иных вопросах. То есть президент вышел на пресс-конференцию совершенно неподготовленным. Но, видимо, цель его была другая. Заявить какое-то, сделать сенсационное заявление, что он, собственно говоря, сделал, и переключить внимание со всех насущных проблем, с Вагнергейта и прочих вещей на вот эту вот новую свежую сенсацию. А сенсация такая. Владимир Зеленский заявил, что на 1 декабря в Украине готовился переворот. Он не говорил деталей, не углублялся, не предъявлял никаких доказательств, но он обвинил в организации этого переворота окружение Рената Ахметова и лично Рената Ахметова. Дальше последовала опять-таки непонятная цитата, мол, возможно, Ринат Ахметов не знает о готовящемся перевороте, ну вот я приглашаю его на Банковую послушать некоторые аудиозаписи, которые можно послушать. Ну непонятно совершенно, да, как человек готовит переворот, но при этом может ничего о нем не знать. И если он действительно готовит переворот, то почему ему не приходит повестка, почему к нему не приходит полиция, почему его приглашают на разговор на банков? Уже вечером того же дня после пресс-конференции в прессе появились подробности, так сказать, заговора. Оказалось, что на звук-аудиозаписях, о которых говорил президент, три полицейских, бывших полицейских системы МВД, которые сейчас находятся в Крыму, разговаривают с ней человеком из ФСБ о том, что неплохо было бы расшатать в Украине ситуацию, используя нестабильность вот нынешних дней, а также скандал с Вагнером. И неплохо было бы, если все-таки расшатать, как бы свергнуть власть Зеленского удастся, то в дальнейшем нужно будет искать какие-то компромиссы, какие-то договоренности с Ринатом Ахметовым, как главным бизнесменам этой страны. Ну, то есть, это все равно, что вот мы сейчас с Еленой Соколовой, которая держит камеру, сейчас обсудим, как бы нам скинуть вместе с Трампом Байдена в Соединенных Штатах Америки. И после этого Байден бы вышел с заявлением о том, что Трамп готовит госпереворот в Соединенных Штатах. Ну, примерно та же самая ситуация. Все это, конечно, выглядит нелепо. И по оценкам экспертов уже больно ударило по экономике страны. Но это такое, видимо, Владимиру Зеленскому не очень до этого есть дело. И мы не будем об этом говорить. Мы обратим внимание на ситуацию в Мариуполе. Меня вот весь этот скандал беспокоит в большей степени из-за того, что Мариуполем фактически управляет команда Рината Ахметова. То есть вот мариупольский мэр Вадим Бойченко и все его замы – это часть системы СКМ, системы Митинвеста. Они совершенно не самостоятельны, полностью ему подотчетны. И до недавнего времени вот команда Митинвеста, команда Ахметова действовала совершенно в унисон, злагоджено с командой президента. У нас развивались дружеские отношения. Вадим Бойченко каждое свое публичное выступление отвешивал реверансы Зеленскому. Вот не было такого публичного выступления, где бы он не сказал о том, насколько эффективна его коммуникация и взаимодействие с государственной властью. У нас здесь в Мариуполе реализуются некоторые программы президентские, в частности, великое будивництво. Вопрос аэропорта, с которым так носится наш мэр, она тоже завязана и на правительство, и на президента. Что будет со всем этим, если вдруг завтра Ринат Ахметов пойдет в открытую конфронтацию с Зеленским и в ответ на вот такие обвинения в госперевороте начнет отвечать симметрично или асимметрично? Мы не знаем. Мы не знаем, какое решение сейчас принимается в офисе, в главном офисе Рината Ахметова. И мы не знаем, какие ЦУ поступят наш Мариупольский муниципалитет и как дальше будут развиваться взаимоотношения с Киевом и что случится с этими всеми инфраструктурными проектами, которые сейчас вот на старте и запущены. Но то, что мы сейчас пожинаем вот всю эту прелесть в кавычках, когда городом управляется не самостоятельная команда, это абсолютно очевидно. Мы все заложники с вами вот этой вот ситуации управляемого из Киева города, к сожалению.
И напоследок пикантную историю хочу вам рассказать. На минувшей неделе произошел раскол в партии Шария. По крайней мере, мы об этом узнали на минувшей неделе. Часть фракции в городском совете, а именно депутат Тук и депутат Баландин, приняли участие во всеукраинском съезде партии Шария и подали заявку на исключение трех оставшихся членов фракции, а именно Хадариной, Рассказова и Олейника, из состава партии. 23 ноября 2021 года данных лиц нельзя ассоциировать с фракцией политической партии «Партия Шария» в Мариупольском городском совете. На что эта троица ответила тем, что подала заявку на исключение Тука и Баландина из фракции городской организации. К сожалению, мы уже давно наблюдаем у этих двух депутатов полное отсутствие оппозиции. В чем причина раскола, мы доподлинно не знаем. Высказывались разные мнения. Самое распространенное из этих мнений таково, что вот эта вот троица Хадарина, Рассказов и Олейник полностью легли под блок Вадима Бойченко, голосуют в унисон с блоком Вадима Бойченко и идут вразрез с той программой избирательной, которая была принята партией Шария накануне выборов, с которой, собственно говоря, они двинулись на выборы в Мариуполь. Оставшиеся Тук и Баландин как бы остались преданными идеологии центральной линии партии Шария, центрального офиса, и вот из-за этого произошел конфликт. То есть как бы настоящие шариевцы не поделили кресла депутатские с ненастоящими шариевцами. Напомню, что на выборы эта партия шла с очень такими прогрессивными лозунгами борьбы за экологию, борьбы с коррупцией и борьбы против политических репрессий. Ну, ничего этого, конечно, мы не видим. Ни борьбы с экологией, они полностью голосуют вместе с блоком Вадима Бойченко и не проводят никаких акций, ни публичных заявлений, никак не проявляют свою заботу об экологии. Ни борьбы с коррупцией, ничего этого не происходит. Никаких громких разоблачений, ничего мы не слышим. И, собственно говоря, лично я, и уверена, что многие другие, кто понимают, кто стоит за этой партией, они не удивлены и ничего не ожидали. Но вот те, кто голосовал с надеждой на проникновение в городской совет таких истинных борцов за правду, их ждет, конечно, глубочайшее разочарование. Ну а что ожидать-то, если вы голосуете за партию проходимца, за человека, который скрывается, бежал из Украины, скрываясь от преследования по криминальной статье, стоит ли ожидать борьбы за правду? Конечно, не стоит. И вот вся эта мышиная возня, она интересна только тем, что подбрасывает нам поводы для смеха. В пятницу под офис партии Шария, который расположен в центральном офисе, торговом центре Украины, кто-то подбросил коробку подарочную, внутри коробки оказался резиновый член. Ну, какая партия, такие и разборки. Я желаю вам следовать завету нашего президента, который говорит: думайте. Думать полезно. До встречи через неделю.